27 сентября в рамках подготовки фильма об истории современной жизни Тавриды Крымский федеральный университет имени Вернадского посетили греческие журналисты Никос Бардуниас и Петрос Касиматис. Нам было интересно узнать, что в вашем университете есть отделение греческого языка, и мы будем делать так, чтобы об этом стало известно в Греции, потому что у нас есть много писателей, университетских преподавателей, которые могли бы заинтересоваться развитием отношений с вашим университетом. Греческие журналисты были приятно удивлены произошедшим за последнее время позитивным переменам. Мы не ожидали, что в течение 2-3 лет можно изменить много к лучшему. И этого говорили многие люди, с которыми встречались, водители такси, на улице с людьми, на торговый центр, встречались с молодыми людьми. И главное, что они говорили, что они верят на будущее. И если молодежь верит на будущее, это, думаю, самый хороший факт, что у вас все будет хорошо. Несмотря на введенные международные санкции между Россией и Крымом, продолжаются активные связи с греческими партнерами. У Крымского федерального университета, уже как российского вуза, есть договор о сотрудничестве с университетом Аристотеля. В рамках этого договора наши студенты вот уже второй год подряд ездят в Салоники, в летнюю языковую школу, для того, чтобы изучать греческий язык. Журналисты из Греции встретились со студентами и преподавателями Крымского федерального университета. В ходе заинтересованной живой дискуссии поднимались вопросы новых обменов студентами и преподавателями. Крымский университет готов к сотрудничеству не только в области изучения языков, но также и в таких областях, как журналистика и политология. Александр Барбух, Руслан Хохлов, пресс-служба Крымского федерального университета.